С точки зрения физики, наш организм – это открытая термодинамическая система. Энергия в нас все время заходит, и все время она из нас выходит. Вот люди бывают там, ой, я, что ж я пойду рассказывать, да меня посмотрят, как на дурака там, или на что. Неважно. Мы так созданы природой, чтобы делиться друг с другом, понимаете? Мы общественные создания. А хочешь стать здоровым, найди банду здоровых, значит, стаю, да? И пятый закон здоровья называется закон стаи. Стая. Ну, я люблю больше стая, потому что это как-то биологично звучит. Ну, можно еще назвать закон общества, да, закон сообщества. Еще есть такое выражение, любят его эти самые бизнес-тренеры всякие недоделанные. Вот. Но у них тоже чему-то хорошему можно научиться, если с умом слушать. Они очень хорошо придумали. Называется принцип банки с солеными огурцами. Хочешь, говорит, стать богатым, общайся с миллионерами. Да? Волей-неволей на тебя перейдет, там, просолишься, да, деньгами. Хочешь стать дураком, общайся с дураками, да? Правильно? Хочешь умным стать, общайся с умными. Ну, как мы, например, собрались, вроде как не дураки же, ну, правильно. Вот. А хочешь стать здоровым, найди банду здоровых, значит, стаю, да? Влейся в нее. И не можешь найти по своим убеждениям, создай свою. Вот как я создал свою, да, у меня много последователей, много пациентов. И все это наша компания. И вас я с удовольствием, кто еще не в ней, не в моей компании, приглашаю, пожалуйста. Двери открыты, информации много. Мы проводим прогулки с префектуры Юго-Западного округа Москвы. Каждый прям, у нас кузница здоровья, гуляем с людьми по улицам, по паркам, ну то есть движение. Приходят туда все, и вы приходите, очередная прогулка будет у нас через субботу. Сейчас мы стали уже ходить по 9 километров. Начинали, потому что люди приходили совсем неподготовленные, да, начинали там с 3, потом на 5 перешли, потом 7, потом сейчас вот 9 уже. Вот. Пятый закон стаи, да, обязательно нужно найти единомышленников. Вот вы как бы его и соблюдаете, вы все нашлись. Все хорошо, все общаетесь. Даже меня позвали, чтобы я тут вам это все рассказал. Очевидные вещи. Да? Вот они, пять законов здоровья, которые, если человек соблюдает, то тогда у него столько энергии, у него столько планов, у него столько сил жизненных, что волей-неволей все это вытекает в самый главный закон здоровья, в шестой. В шестой закон здоровья вытекает. Человек, получив это все, испытывает необходимость поделиться этим с кем-то. То есть закон наставничества. Вот я пришел сюда, чтобы не чтобы выступить перед вами, а чтобы для себя родимого соблюсти закон наставничества, да? Поделиться с вами всей информацией и через это пользу вам передать и себе получить. Мой организм от этого испытывает, ну как, я не знаю, как это назвать. Да, что, мы так созданы природой, чтобы делиться друг с другом, понимаете? Мы общественные создания. Не эти самые, как называется-то, не единоличники, а люди, которые вот в обществе. Поэтому сегодня мы встретились именно для того, чтобы поделиться. Поэтому вы, начиная соблюдать и жить по этим пяти законам здоровья, волей-неволей будете испытывать эту потребность. И это нормально, не надо себя ограничивать.
Вот люди бывают там, ой, я что ж, я пойду рассказывать, да меня посмотрят, как на дурака там, или на что. Неважно. Вы своим примером, своим состоянием, своим вот этим вот делами и так далее, можете людей убедить все равно, не мытьем, так катанем. И когда другие люди, встречаясь с вами, после разговора с вами, начнут в массово или не массово, или в единичное, или даже не просто какие-то другие люди, а просто члены вашей семьи, просто ваши внуки, дети, глядя на вас, сначала будут говорить, да, что-то там пошло, что-то не то с головой там, все, под старость лет что-то набросилось на это, на маму или на папу, да. А потом они волей-неволей, так устроена природа, называется импринтинг. Они смотрят, мы всегда смотрим на старшего. Вот что старший делает, мы будем говорить, да он что-то с ума сошел под старость лет, начал заниматься, что-то там. А делать-то будем то же самое. Понимаете? Вот это надо тоже понимать, что ваши родные люди от этого, того, что вы будете активно всем этим заниматься, получат пользу. То есть закон наставничества обязательно нужно соблюдать, чтобы энергия внутри не застаивалась. Потому что с точки зрения физики наш организм – это открытая термодинамическая система. Энергия в нас все время заходит, и все время она из нас выходит. Если где-то будет застой, то организм начинает болеть. Застой, много энергии, начинает ее запаковывать во всякие опухоли, камни, там, бляшки и так далее. Поэтому вредно переедать, вредно энергию не тратить. Это я по физике просто все опять прохожу, чтобы у вас вообще отложилось в голове. Не тратить, то есть не двигаться вредно. Потому что все время вы ее получаете очень много. Эту энергию из пищи, из воздуха, из, ну, кислород, да, вот, и так далее. И вредно творческую энергию тоже не тратить. Ее надо тратить, делиться, и тогда вам будет от этого благо. То есть вы будете все время здоровее и здоровее, будете, когда вы будете наставничество осуществлять, сами глубже осознавать многие вещи. Когда учишь кого-то, да, когда кому-то объясняешь, сам глубже понимаешь. И вот тогда к вам придет истинное здоровье, долголетие, и вы действительно начнете творить то в жизни, для чего вы были созданы. Спасибо за внимание.